Я-то думала, я засниму сейчас, привет, зритель, что она прыгает на стол. Потому что тут несколько попыток пресекалось уже. Ой, моя рука. Я в деревню ездила, но ничего не успела заснять. Некогда было. Будь здорова, будь здорова. Так, по-моему, хотят на нас прыгнуть. Ариска. Да, занавеска такая большая, занавеска. Интересная. Вот у нас занавеска ветром раздувается. В деревне плюс 22 в теньке. Я такая умотавшаяся, что решила в Эльбрус сегодня не ездить. Ну, там как раз вторая часть заказа придет. Ну, там мой заказ, не совсем мой заказ. Пришла к выводу, что надо, ну, с родственницей посоветовалась, близким родственникам, что надо, наверное, мелкую какую-нибудь переноску посмотреть. Ну, бывает или нет, или какую-то сумочку, потому что если с ней в деревню ехать, я вот думаю, если будет моя нормальная погода, езжу на несколько деньков, то надо ее, переноска Тишкина-то для нее огромная. Алиска, на стол-то прыгать не будешь, да? Я тебя даже ругать не буду, я тебя специально хотела на камеру заснять, как ты тут шарахаешься. Да. Хозяйский новый халатик. Хозяин сегодня от силы 3 часа спал, даже меньше. Хотя ты-то потом вырубилась, хрен ли. Лежала, сначала меня лизала, потом кусала, потом стала лизать и мурлыкать. Я говорю, можешь просто помурлыкать. Царапуська, царапуська, царапуська. Лапки, царапки. Смотри, сейчас сваришься, чучело. Ну, правильно, надо ногу погрызть. Мне так нравится, когда мелкие котята еще и покрупнее начинают играться сами с собой. Думая, что задняя нога это что-то другое. И цап. Алиска. Алиска. Вообще мне сказали, что можно было и Матильдой. Но когда я думала, что я риска, так как-то странно. Внезапно она стала риской. У хозяина, между прочим, чай остывает. А ты перестала хотеть на стол прыгнуть. Чё за нафиг, а? Найти, заказать какую-нибудь фигню, об которую ты можешь свои кусачки поточить, погрызть эту фигню. Тишкина игрушка тебе что-то большая, видимо, для тебя. Ту. Алиска, хозяин почти у стола, можешь это запрыгнуть. Сваришься. А, вот еще развивать немного ветром занавеску. Мордень во весь экран.
Не знаю, куда ходила, на горшок или в свою коробочку. Вчера в коробочке уснула. Хотела сфоткать, но что-то отвлеклась и забыла. Ах ты, блин. Кусачка. Вай-вай-вай. Зачем грызешь? Зачем ты грызешь за эту самую хренотенину? Вай-вай-вай. Ладно, видимо, Наполеончик не удался в том плане, что на стол что-то она не хочет больше лезть. Вай-вай-вай. Чарапушка. Пум. Смотри, стол. Правда, я тебя не собираюсь учить на по столу лазать. Но ты вроде туда хотела залезть. Прям так метилась, метилась. Там что-то интересное для нее было. Алиска. Во! Нет. Что-то она не прониклась со столом больше. Ладно, зритель. Пока. А то у меня чай стынет.